Здравствуйте, с вами Виктор Звягин, и сегодня я попробую обозреть, так сказать, одну игру названием Spider-Man Web of Shadows. Итак, что она себя представляет? Во-первых, мы играем за какого-то наркомана, который бегает по городу и летает на соплях в поиске чего-то там. Миссии какие-то ненормальные, надо достать какие-то караваны и привезти их, видимо, в послание египетскому царю. Ну, неважно. Посмотрим, откуда вытекает... Господи, он летает на своих соплях. Только почему они не у него из рук вылетают? Ладно, непонятно. Посмотрим, что творится в городе. Да, сразу чувствуется, что блондинка за рулем. Так, чувак... Бля, не, я лучше отсюда слезу, а то он меня тоже укокает. Так, чувак, стой! Стой! Смотри, давай! Их. Да, видно, я еще не настолько супергерой, чтобы пихать машины и все такое. По-любому, судя по бешеному взгляду, у этого супергероя, известного как Челопук, походу, давно не было никакой накурки и иных наркотических изделий. Ну что ж, попробуем найти что-нибудь дельное. Я тебе помогу, чувак. Так. Опаньки, менты приехали. Точнее, прилетели. Эй, смотрите, что там за беспредел. Хули эта тележка пытается выебать дом? Все равно хижина не родится. Извращенство какое-то. Кстати, очень интересно, почему все люди одеваются в белое? Наверное, это противники фильма «Люди в черном» или фанаты там какого-нибудь марвеловского фильма. Не знаю. Посмотрим дальше. Да, городок тут тихий. Тачки хорошие, правда, без бензина. Еба, не, я лучше отсюда пойду. Это точно не тачки, это запорожцы. Так. Нифига себе. Это типа демонстрация супермена в совмещении с наркоманом. Мне уже нравится эта игра. Идея, тут есть эффекты, графика. Все, что как бы в современных играх. Да. Только нихера нету тут истории. Что тут происходит? Почему все жители выглядят так, словно им в нос насрал какой-то бегемот? Вот, например... Так, возьмем... О! У меня был невидимый парашют. Наверное, этим все объясняется. Так. Так. Это фигня, что сопли из рук вылетают, конечно. Уже так, походу, к этому все привыкли, меня не замечают. Какой-то чувак вообще в какой-то конче обляпан. Какая гадость. Фу. Да, городишко тихий. Наверное, потому что тут везде летают вот эти копы и творят предел. Как ни странно. Давайте поможем им. Эй, ты куда полетел? Беспредел не тут. Чувак, довези. Подвези, говорю, или сейчас расстреляю. Я Штирлиц. Бля, ну как так можно с народным героем? Ладно. Пойдем искать новую жертву. Помощника. Привет, чувак, надеюсь, ты там не блондинка? Давай, поехали. Ты где права купил, Шумахер? Не, иди нахрен, я с тобой не поеду. Ё-моё, я ж почернел от страха. Это что-то новенькое. Супергерой испугался? Ну что ж, посмотрим, куда едет этот долбоёб. Так. Походу, он смылся. А, я понял, это все Формула-1. Эти ребята пытаются
перегнать друг друга и одновременно совокупиться с некоторыми домами по неизвестной причине. Ну ничего, у нас еще есть время все выяснить. Нифига себе, меня стошнило. Это что, город каких-то переедков? Чем они тут питаются, интересно? Ну-ка. Чувак, ты что делаешь? Хватит срать на корточках. Причем в общественном месте. Слушайте, вот это люди в черном. Вот эти люди в черном, они исключение или как раз главная часть этого населения? Опять тошнило. Да что ж такое, что ж я сожрался сегодня, а? Смотрите. Эй, чувак! Зачем ты хочешь завести девушку? А, это не девушка. Ну тогда еще хуже. Сдохни! Вот. Походу, моя миссия подходит к концу. Это что за беспредел? У тебя правила дорожного движения не писаны, что ли? Получи по... Так, мадам, я понимаю, что тяжело без мужа, но все равно. Так. Следующий в очередь, сукины дети. Ух ты! Мать моя, надувной шланг. Это что такое было? Почему у меня рука превратилась в какой-то кобры? Видимо, это и есть та великая слоновья болезнь. В конечной стадии. Не, знаете, нафиг мне такие игры. Ни хрена себе. Он опять обкурился. Ну-ка, ну, наверное, это где-то рядом тут лежит неплохое сборище травки. Так, 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 так. Это херня. Тоже слабо. Тоже. Давайте вообще разрушим нахрен этот город, а то, похоже, тут люди не признают даже ментов. В какой степени надо дожраться? Начнем, пожалуй. Что это было? Что за карусель? Кто тут без меня празднует? Теперь я ваш новый правитель. В этом городе никто не будет плакать или смеяться. Все будут жрать только траву. Все будете похожи на меня. Так. Так, этот чувак, походу, уже заснул за рулем. Слышь, давай двигай. Не... Заплатил за парковку, чтобы стоять целый день. Слышь, а по сапатке? И это пусть будет примером другим. Ни хрена себе, это как был камикадзе, он бомбу у себя хранил. Слушайте, да вы задрали уже. Что у вас там какие-то извращенские намерения? Опа-на! Я еще и прыгать умею, ни хреново. Оказывается, Шумахер это не все, что будет прекрасно в этом городе. Так, ну что, двигать будем, давай. Сейчас я тебе бензин выбью нафиг с баком. Ой, пардон, я не хотел. Ой, что это я делаю? Ой. Кажется, травка уже начинает действовать по полной. Пожалуй, мне хватит. Ой, я по стенкам бегаю и ползу. Нет, слушай, правда, это не наркоман, люди. Это сбежавший из из психов. Все, так, диагноз себе поставили. Теперь посмотрим, что с городом. Прыжок, переворот. А, бля, зачем я прыгнул? У меня же нет парашюта. О, я еще и так умею. Охренеть. Ну все, Джордж Буш. Держись, я лечу к тебе. Если вдруг разучусь летать, у меня там еще травка есть. Так, я не понял. Где все менты? Они же тут только что пролетали. Или у них тоже травка закончилась?
Давай. Пихай. Во, не в этом смысле пихай. Просто передвигай. Во. Вот так супергероями становятся. Не то что Бэтмен. У него одна суперспособность, это миллиард бабок. Каких-то там. Ну уж точно не долларов. Так. Аллах Акбар, это что было такое? Походу мне пиздец.